О, заходишь? Ты же меня поднял, блядь. Останься рядом со мной, нахуй. Подожди, пока банку заряжу. Понимаешь, что надо, блядь, с этого места убежать, блядь. Да почему, блядь? Потому что она знает, что ты там лежишь, блядь, тебя там подняли. Так как меня нет смысла поднимать. Если ты меня оставишь одного, я не успею банку зарядить. Блядь, ебать отсюда надо в этот момент. Да как я, блядь, куда-то убежать? Да какую лестницу, ну, блядь, это за кубиком по серебряной карте надо. Блядь, под лестницу враги. Просто постоял на мне прямо. Я зарядил банку и все. Даня, там очко горит. Табуретку, наверное, сжег, блядь. Ничего не сжег, ему вообще похуй. Так не похуй. И вот я выдал. Да похуй. Да похуй. Эмоции выдал. Нет. Нет, блядь. Походу они на другом острове. Изикатка. Интересно, кто психанул, типа серия проигрышей была. Да пошла все в пизду. Как Женя вчера, я поехал. Причем я угарнул, типа я нокнутый, смотрю на него, он файтится, стреляет, в этот момент такой: ладно, парни, я поехал. Вот так вот. Меня стреляют. Я дурил вас. Что, после этого боя спать? Да, это так. Окей, ладно, давай. Чего-чего? Попробую лечь спать. Мне совсем спать не хочется. Бля, мне тут... Нет, подташься спать. Блин, чего, попей воды? Да, руку уже надо спать. Да, я просто спать вообще не хочу взять руки. Сушняка. И честно, мне это как-то не может подташься. Да плюс еще это как-то... Аж ну. голова гудит нахуй. Перезаряжаю. Победа за тобою. Продолжен все более достойный соперников. Да, еще раз будем, нет? Прощаемся, да?